Всем привет, это SB1813, или просто Саймон. Продолжаем реакшн, сегодня будем смотреть клип группы Tesseract, King. Его посоветовал Алекс Корл. Вот. Про группу Tesseract я знаю достаточно давно, но раньше я их почему-то не особо любил. Мне казалось, что это достаточно скучная группа. Вот, из серии вот этих джентовых, да, про которые я говорил. Но относительно недавно, в этом году, я очень сильно проникся ими. То есть для меня эта группа стала чуть ли не одной из самых главных вообще из прог-метал, прог-метал-кор. Ну, хотя метал-кора там на самом деле нет. Вот и одной из самых главных прог-метал-групп. И одной из любимых. Честно скажу, песню King я, конечно же, слышал. И... наверное, даже я ее сейчас могу вспомнить, но вот клип я не смотрел никогда. То есть вообще, если сказать, я у них смотрел только один клип, это был Джуно и концертники, то есть лайвы. Мне даже интересно, что там будет, потому что по превьюшке я видел, что это какой-то сюжетный клип. Так что давайте посмотрим. Как сказал Алекс, погнали. Ну да, это сюжетный клип вроде. Ты самой группы тут нет. О, вот это тот самый Tesseract, который я просто обожаю, блин. Да, песню я плюс-минус помню, но тем не менее. В своеобразном формате этот клип снят в этом квадратике. Вокал, конечно, у него мега крутой. Ну, в этой песне очень клевый припев. Мне запомнился первым делом, когда слышал. Вот этот мужик, который, как я понимаю, батя играет, да, вроде. Почему-то Джорджа Клуни напомнил. Хотя не похож. Но почему-то в таком стиле его. А, вот, ох, блин, у меня аж мурашки по коже вот от этого момента. В этой песне, блин, я так обожаю. Да, все, я понял.
Я начинал реакшн, и я думал, что King — это немного другая песня. Все, да, это одна из моих вообще любимых песен у них, наверное. Вот из-за вот этого момента. Блин, такой он крутой. Я, честно говоря, я на клип даже не особо не обращаю внимания, если что, сорян. Именно тут сама песня офигенная. Но снято круто, круто пока прям. Конечно. Точнее, это даже не припев. Ну ладно. В этом моменте еще бас офигенный. Он так хорошо, даже не сведен какой-то, я не знаю, что с ним, но он очень круто звучит. Даже не бас, а вообще очень плотно. Блин, охрененный трек, прям вот тессаракты это прям. Как же это атмосферно. А, клип встал. Я понял, я только сейчас это заметил. Офигеть. Так, ну что, мы посмотрели, собственно, клип на песню King, на группу Tesseract. Что я могу сказать? От песни я кайфанул в очередной раз. Это великолепная песня, как я уже сказал в самом реакте. Наверное, одна из моих любимых. Вот именно с вот этой вот последней части мелодичной. Ну, очень круто они сделали. Сделали максимально атмосферно, мелодия там просто выше всех похвал. Вот, опять же говорю, что вот раньше я не любил Tesseract, но я их просто не слушал, наверное. Ну, вот, когда я их послушал недавно, я понял, что я очень сильно ошибался насчет них. Что группы, ну, такого достаточно большого уровня. И даже не в плане именно тяжелой музыки, а вообще в принципе музыки. То есть они делают в первую очередь не на какой-то... Ну, даже не знаю, как это сказать. Короче, это не та группа. Они вроде считаются металлом, но это не та группа, под которой ты будешь там беситься, слаймиться и так далее. Хотя у них как бы есть тяжелые, да, треки. Но их вот именно просто приятно слушать. Вот так вот просто сесть, скажем, с каким-то бокальчиком вина и просто слушать. Ну, лично для меня. Не знаю, у всех разное, наверное, мнение насчет них. Вот, но в любом случае песня просто идеальная, как по мне. Очень крутая. Насчет клипа. Клип круто снят. Под конец я заметил, что... Он из формата вот этого вот квадратика, я не знаю, как правильно называется, в полный экран расширился, и это очень круто. Я даже не заметил. То есть я слушал музыку, смотрел клип, и только в самом-самом конце уже понял, что ого, типа, то есть вот настолько круто это было сделано. То есть клип очень красивый. И, ну, единственное,
я не совсем уловил, о чем он. Вот, то есть там была какая-то бытовуха в семье, я понимаю. В итоге все это пришло вот к этому мужику в конце. И, как я понимаю, еще какой-то главный посыл, я текст не читал особо, что-то там опять с природой и так далее. Ну, это типичный прог, на самом деле. Технологии, природа в прогерских группах так всегда. Наверное, если текст вообще не об этом и все не об этом, то сорян, я не знаю. Вот, текста, как бы, это не мое. Вот, не, круто, круто. Клип, ну, не знаю. Я и без клипа эту песню с удовольствием могу послушать. С клипом, ну, как хорошее дополнение, да? То есть это не так, как в моих предыдущих реакциях было, когда я говорил, что вот, клип, без клипа эту песню не так прикольно слушать. Тут наоборот. Тут вот без клипа я с удовольствием могу послушать эту песню. И как бы вот. А с клипом, ну, и с клипом тоже. Как бы. То есть он ни плюса, ни минуса делает. Вот, но песни шикарные, шикарные, конечно. Вот, и если бы я их, в принципе, до этого так и не слышал, и сейчас бы впервые услышал эту песню, то я бы, наверное, охренел. Потому что когда я, вот, помню, сидел и переслушивал все альбомы, я, когда вот особенно последний с оригинальным хард-вокалистом, начал переслушивать, я такой, вау. То есть вот тогда, когда-то, когда я их говнил, я столько много хорошей музыки пропустил. Вот. Всем советую послушать эту группу, особенно тем, кто считает, что они скучные и так далее. Вот нет, нет, они очень атмосферные, очень интересные, очень красивые, мелодичные, не знаю. Это, ну, наверное, это лучшая из прог-групп на данный момент. Вот именно таких вот, прог-метал и так далее. У меня любимая, конечно, другая группа. Вот. Когда-нибудь, возможно, я тоже на нее сделал реакцию. У них как раз недавно выходил альбом, да и что уж томить, это «Лепрус». Вот, но вот после них, да, после них идет Тессеракт. В Тессеракт я влюбился в свое время. Ну, пожалуй, это все, что я могу сказать про эту песню и клип. Вот, супер-супер. Надо будет, наверное, посмотреть еще их клипаки. Вот это второй клип, который я у них смотрел. Просто вроде у них их там не так много. Вот, так что обязательно еще глянем на реакции или нет, это уже посмотрим отдельно. Вот, ну что-то много я сегодня болтаю, так что давайте заканчивать. Вот, все ссылочки в описании, как обычно, там, нравится, не нравится. Вот, и спасибо Алексу Корл, чтобы сказал, чтобы я посмотрел этот клип, потому что, ну, клип хорош, хорош. Вот эта вот фишка, что он в итоге разъехался на нормальный экран, мне прям понравилось, вот это меня удивило. Вот, все, всем спасибо еще раз, кто посмотрел, и я пошел, пока.